По мере того, как власть волка подходит к концу, все больше графств начинают мятеж против его прихвостней и встают под ваши знамена. Возможно, герцог Боригард и заманил в ловушку твоего отца, но это я пронзил его мечом. Так что если ты все еще жаждешь отомстить, ты знаешь, где меня найти. Хотя следовало бы дождаться распоряжений сэра Лонгарма, вы твердо решили отомстить за отца и немедленно отправляетесь в поход. Вступив на территорию соседнего графства, вы получаете послание сэра Лонгарма. Я же просил вас быть осторожнее. О чем вы только думали? Вам не выстоять против сил волка в открытом поле. Укройтесь в брошенном им замке и постарайтесь удержать его до тех пор, пока я не прибуду с подкреплением. Я отправил людей, чтобы они начали укреплять замок к вашему появлению. Закрепитесь в замке и удерживайте его до подхода армии сэра Лонгарма. Вам придется обороняться от всей армии волка. Это будет тяжелейшая осада из всех, в которых вам довелось участвовать. Пусть рыцари руководят вылазками из замка. Чем мы можем помочь? Черт, горячо. Да, ваша милость. Я весь в ожогах. Ждем вас. Не хватает оружия, сэр. Вы что-то задумали? Расстояние не проблема. Не хватает рекрутов, сэр. Внимание! Мы выдвигаемся. Надо что-то построить. Ну и запах от этой гадости. Осторожней с этой штукой. Что надо делать? Инструменты готовы. Давайте задание. Черт, горячо. Я весь в ожогах. Баллиста построена, сэр. Да, ваша милость. Чем мы можем помочь? Идем к цели. Приветствуем вас, сэр. Вперед! Да, сэр. Пикинеры, вперед!
Какие будут указания? Мы идем. Ждем ваших приказов. Да? Мы уже в пути. Прыгай! Шагом! Марш! Послание от волка. Сейчас здесь будет моя армия, и ты перестанешь доставлять мне неприятности. Казна пустеет, ваша светлость. Люди восхищаются вами, сэр. Лучники готовы. Уже идем. Да, ваша милость. Подбираем обслугу. Баллиста построена, сэр. Мой лук к вашим услугам. Доброе утро, ваша светлость. Внимание! Не хватает рекрутов, сэр. Сэр! Мы выдвигаемся. Милорд? Мы идем. Надо что-то построить. Ну и запах от этой гадости. Что надо делать? Осторожней с этой штукой. Черт, горячо. Какие будут указания? Ждем ваших приказов. Доброе утро, ваша светлость. Внимание! Оружие на плечо! Мы выдвигаемся. Нас атакуют войска волка!
Что вы замышляете? Идем в ваши приказы. Не хватает рекрутов, сэр. Да? Долгая дорога. Лучники готовы. Мы уже в пути. Ваша светлость. Это нельзя здесь разместить, милорд. Это нельзя здесь разместить, милорд. Ждем ваших приказов. Мой лук, ваш лук. Ари! Вы что-то задумали? Расстояние не проблема. Внимание! Готов, сэр. Встать в строй. Не хватает рекрутов, сэр. Какие будут указания? Идем в ваших приказах. Уже идем. Ваших приказов. Да?
Мы идем. Мы уже в пути. Лучники готовы. Мы идем. Враги не выдержали нашего натиска. Не хватает дерева, милорд. Послание от волка. Я, похоже, недооценил тебя. Люди восхищаются вами, сэр. Нет свободных людей для этой работы. Мой лук к вашим услугам. Сэр! Thank you.
Здесь нет работы, милорд. Послание от волка. Ты не раз огорчал меня. Так что теперь я собираюсь вернуть тебе должок. Здесь нет работы, милорд. Нас атакуют войска волка! Оружие на плечо! Шагом марш! Хватает оружие, да? Милорд? Уйдем! Не живут казани! Ваша светлость? Ждем вас, мы о них позаботимся! Наши мечты... Дальше.
Определяем дальность. Не хватает ресурсов, сэр. Готов, сэр. Готовы. Приготовить стрелы. Ваша светлость. Противник пал. Ждем ваших приказов. Не хватает рекрутов, сэр. Мой лук к вашим услугам. Мы уже в пути. Послание от волка. Что ж, никто так и не избавит меня от твоего присутствия. Люди любят вас, мой лорд. Восхищается вами, сэр. Послание от волка. Я тебя отучу лезть не в свое дело. На этот раз ты умрешь. Ждем ваших приказов. Милорд, уже идем. Ждем ваших приказов. Какие будут указания?
Ждем ваших приказов. Мы идем. Да? Мы уже в пути. Нас атакуют войска волка! Не хватает рекрутов, сэр. Сэр! Шагом марш! Наши мечи на точку! Послание от волка. Будь ты проклят! Я еще сыграюсь.
Мы победили, сэр! Хотя вы и отстояли графство, волку со значительной частью своих войск удалось уйти.